праздник. Спасибо. И точки. С вами Лена Машина. 17 апреля 2022 года. Возвращаемся с Алексом из храма. Алекс с поделкой сегодня. Сегодня провели наконец-то с детками занятия. Мы уже 2 месяца не занимались. Все уже очень соскучились. И дети, и преподаватель. Прям такой глоток свежего воздуха детям. Такая радость. Слава Богу, причастились. Людей не сильно много. Вот. Дай Бог, получится и на Страстной попасть в храм. Очень хочется. Вот. Вчера весь вечер Бахова. Очень-очень сильно Бахова. Вот, тяжелая. Вот. Но сейчас утро, вот, тихо, пока ничего не слышно. О, вода, вот как и вчера, напор очень слабенький. Днем вчера воды не было. Отключают воду. Так что экономим. Хорошо, хоть на улице тепло и в квартирах сейчас не сильно. Ну, ночью прохладно, но не настолько прям, чтобы замерзнуть. Электричество, как я говорила, не во всех районах есть, потому что кое-где перебивают. То же самое с газом. Но службы стараются быстро устранить все это. Но без света пока остаются люди. Подстанции некоторые не работают. У нас в киоск возле дома вроде водичку привезли. Очень радостно. Не хочется издалека тащить. Поэтому сегодня наберем там. Ты кто? Новый год. Ты Новый год? Или ты кто? Или светлячок? Светлячок, больше похоже. Алексу подарок принесли. Выключается. И включается. Я очень обрадовался. Не ожидал такого подарка. У меня как раз завтра день крещения, как выяснилось. С вербным воскресеньем. У нас периодически бахает, но не так сильно слышно, как было вчера вечером, ночью. Я хочу еще раз поблагодарить всех тех, кто присылает хвостики из таких маленьких кусочков. Для кого-то сложится небольшой праздник. Сейчас какую-то небольшую сумму насобирали, чтобы можно было поздравить с Пасхой и привезти куличики беженцам, привезти старикам. Я благодарна за все, что вы мне пишете хорошие слова, за то, что смотрите, за то, что помогаете. Это сейчас очень-очень важно. Ну, у нас все так же, вот, греем кастрюльки. Слава Богу, водичка есть. Вот. Электричество тоже есть. Алекс светится. Всем большое спасибо. Всем пока.